Итак, Иканы, наконец-то я отдышался и теперь буду выполнять свое обещание. Это ни в коем случае не рекламный ролик. Сейчас будем считать банки как можно быстрее. Смотрите, вот что я хочу продемонстрировать, что они не пустые. Ну, я не знаю, как видно вам, не видно. Надеюсь, видно. Итак, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Так, надо аккуратно как-то расставить. 14, 16, 18, 20, 22. Так, сейчас вытащим. 24. Блин. Так, 26, 28. 30. Так, я, наверное, сверху буду ставить. 32. 34. Оп. 36. 38. 40. Половина. Так. 42. 44. 5. Блин, надеюсь, там не видно пакет, в котором в супермаркете каком я покупал. 44, 46. Так. 48. Так, аккуратно. 50. Так. 51. 52. 54, 56, 58, 60, так. И наконец, так, я, наверное, встану лучше, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, не понял, а, все, 78, и 80. Вот, наконец-то. Фу. Сейчас гляну, видно оно или нет. Надеюсь, иконы вам видно. Ни хрена себе. Итак, иконы, какие можно итоги подвести? Видите, иконы, я записываю все одним дублем, чтобы никто не подумал, что я вам что-то смонтировал. Тут все пустые банки. Сейчас их не хочется просто менять, но я как-то, не знаю, смотрите, что все они полные, то есть... пустых нет, что я никого не обманываю. Итак, чек я приложил в описании к видео. То есть там вышла одна банка, по-моему, 39 гривен. Ну, умножайте в российских рублях на 2. То есть всего денег было собрано около, по-моему, там 10 тысяч с чем-то российских рублей, если перевести в российские рубли. Кому не лень, можете посчитать. У меня в тематической группе топик ВКонтактике. То есть вышло мне на руки... с комиссией WebMoney, Киви, Яндекс.Денег, ну я с разных ресурсов вводил, потом здесь у меня есть там знакомый, он мне под 3% снял, то есть не под 10, не под 5, а всего лишь под 3. Конечно, можно сказать, вот, наживается спекулянт на чужом горе, но, ребят, в моем случае спасибо и за это. Вот. В общем, получилось что-то около 3000, по-моему, то ли 600, то ли еще, я не помню, сколько вышло конкретно, по-моему, 3600, около того. Вот. Так, сейчас посчитаем. Здесь, там, чеки, по-моему, вышло 300, ну, почти 3200, то есть осталась там какая-то небольшая разница. Эта разница была потрачена на такси, потом, я не знаю, бабуле, я думаю, ну, торт я не буду покупать, но все-таки, сами понимаете, какая у нас обстановка, лучше...
оплатить за какую-нибудь там коммуналочку, в общем, считал лучше оплатить. Ну, я надеюсь, что никто не будет оспаривать мое решение, потому что сами понимаете, что сейчас мы не в том положении. Вот. Так что, хиканы, надеюсь, мой отчет был полон. То есть я там никого не обманываю. Хотя кого я обманываю? Как я смогу? Чего бы я еще на оставшиеся деньги? Еще тушенки купил? Или чего? Блин, проституток? Чего еще? Если вам придет в голову идея, что можно потратить человеку, который не бухает и не ширяется по венам, не ставится, не умазывается, то пишите. Так, еще что-то хотел добавить. Хиканы, еще раз хотел поблагодарить от себя и от бабули, потому что, ну, сами видели, бабуля, она хоть и не такая сейчас стала злая, как Бандера, ну, естественно, фактор дня рождения, он сейчас пойдет, он перед подругами поудился. Кстати, надо сейчас пойти попробовать подруг снять. Вот. Но все-таки, видите, она как стесняется. Такие вот дела. Ну, хоть она сказала, да, вот хиканы, ребята, вам спасибо. И все равно, сами понимаете, дистемия, настроение уже не то. Так что, чтобы не быть многословным и словоохотливым, я еще раз хочу вас поблагодарить, потому что хиканы, серьезно, вот это будет весь запас на зиму. То есть с голоду мы уже, пожалуй, подохнем. И еще. Знаете, хиканы, в чем прикол? Потому что вот, есть пример, да, у кого-то деньги. Они раз, инфляция, могут они сгореть. А тушеночка. Если, конечно, ее не украдут, хотя ее могут украсть только вместе со мной. Я имею в виду, что тогда вперед ногами будет меня выносить, потому что хрен кто что получит, например. Так что, хиканы, вкладывайтесь. Скажем так, более стабильные ресурсы. Пич-пакеты, например, или в тушенку. Кстати, если меня смотрит производитель этой тушенки, то вы можете со мной договориться, буду рекламировать тушенку, делать тест-драйв тушенки и всячески вас хвалять. Не бухло, не пиво какое-нибудь, а тушеночку, например. Так что можете связаться со мной, написать в личку. И еще что-то хотел сказать. В принципе, все. Еще раз, тысячный раз хочу поблагодарить всех, кто помогал. И деньгами информативно. Ребята, я вам, если так, по большому счету завидую, потому что вы чистите свою карму. На самом деле, то есть, я верю в карму, я знаю, что она работает. Кто ближе со мной общается, он знает, почему так происходит. Поэтому я действительно вам завидую, потому что вы, сидя, грубо говоря, на одном месте, вы помогаете человеку, тем самым действительно, на самом деле, отмываете свою карму. Блин, я что-то так волнуюсь, что... Говорю, как Кличко, например. Фу, я так экзальтированный весь. Спасибо вам, хиканы, от всей души. На самом деле, если у вас будут какие-то вопросы по поводу хикан, когда ты уже новую яхту себе купишь, ты же оставил там себе, точнее, не себе, а вам с бабулей на плату счетов и так далее, то пишите, мы с вами проведем полный анализ. И еще что-то подумаю, как еще... А, ну да, и чек... покупки тушенки я вам оставлю внизу в описании видео, например. Так что, хиканы, еще раз повторюсь, если есть у вас какие-то вопросы о том, куда хикан дел деньги и все такое, пишите мне в личку, подробно отчитаемся. Лучше, еще раз повторюсь, 100 раз проговорить, чем будут у нас возникать какие-то вопросы. Надеюсь, отчет был полон. Ну, еще, пожалуй, подруг пойду, наверное, сниму, если, конечно, получится, если мне не наваляет. От всей души вас благодарю, хиканы. С вами канал Бабулислав. До новых встреч. Пока. Ну что, баб, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья. Чтобы мы с тобой жили в гармонии. Фух. В общем, с юбилеем, баб, с 80-летием. И тебя поздравляют все хиканы. Как... Спасибо им. Скажет спасибо, очень рада, очень довольна. Ну, конечно. Как ты думаешь, во сколько там банок? Я даже не знаю. Банок 40, наверное. Ты чё, ба? А? Ты чё, ба? А сколько? 80 банок. 80 банок? Да. Итак, ба, сейчас давай я зачитаю имена тех, кто донатил. Дамы и господа, спасибо вам огромное. Вы даже не представляете, чего делаете, например.
Вот. Потому что в наших реалиях... Ба, вытащи, покажи хиканам вот одну банку, любую какую-нибудь на рандом. Я потом все равно ее буду показывать. Нет, просто... Ну, не знаю, как ты ее покрутишь, вдруг она пустая или нет. Давай я сейчас имена перечислю, те, кто донатил, те, кто жертвовал. Итак, первый — Толя Яблочный, Алтфак. Дальше Борис Парунов или Парунов. Хиканы, если я буду зачитывать имена и не там ставить ударение, прошу уж меня простить. Борис Парунов или Парунов, или Парунов. Михаил Радин, Михаил Гасконец, Павел Ильяшевич. Так. И вот тут тоже человек пишет. А моей бабуле 84 исполнится 20 числа. Тоже так и не написал мне в личку. Дальше. Андрей Боровцов или Боровцев. Так, Дмитрий Дмитрий. Хика 228, по-моему, он тоже в прошлый раз донатил, когда тебе было 79. Ярослав Пали или Палей. Ох, тут я это имя не выговорю. Кристиан Фельшеринов. Надеюсь, правильно. Откуда? Не знаю, но тоже... А, из Украины, по-моему, он где-то... Я не помню, как-то на Б город называется, Бери. Березняки или... Не помню, в общем. Из Украины, из России. Ну да. Но у нас же нет этих предрассудков. То есть ватник, вышиватник и все прочее. У нас... Мы вне этих границ, например. И чему я безмерно благодарен. Идем дальше. Иван Иванов. Борис Захаров. White Raven. White Raven хотел бы выделить отдельным постом. Конечно, этот человек... Большим сердцем, например. Иван Карасев или Карасев. Карасев. Ну, мало ли, я читаю так, как есть. Дмитрий Щерба. Щерба. Не Щерба, не у которого ты была на тусовке тогда. Дмитрий Щерба. Артур Арсибеков. Павел Власов. Евгений Арефьев. Ян Петров. Антон Зейлигер. Зейлигер. Так, тут сейчас я поднапрягусь. Praise with Face тоже задонатил. Руслан Гизмудинов. Передаю тебе привет, Руслан. Top Secret. Дальше Art Pain. Степан Чухманов. Опять анонимус, анонимус, анонимус. Так мне не написали в личку. Георгий Алешин. Опять аноним. О, Рената Мисхатовна. Рената Мисхатовна, передаю тебе большой привет. Удачно тебе сдать сессию. Антон Тихонов. Аурон Сперклинг. Кажется так, надеюсь, я не ошибся. Вот Сырна Бака. Тоже привет тебе передаю. Миша Зеленский. Адам Кроон. И, конечно же, передаю привет Волгоград. Волгоград, передаю привет. Особенно Джуздем. Или просто Дамир. Спасибо тебе большое, огромное. И Максим Руднев. Он же Диджей Руднев. И просто Серега, который похож на Сергея Чегракова, я ему передаю привет, Волгоград, ему передаю, его маме передаю привет. И вообще он женится этим летом. Вот. И он тоже Хика. Ну, Хика, который вот сидит за компьютером и так далее. Вот, но он больше не будет Хикой, потому что он женится, будет жить женщиной. Забыл добавить, там рептилоид тебя поздравляет с днем рождения от... всего Госдепартамента, от Моссада, МИ-6, с планеты Нибиру, в общем, он тебя поздравляет. От Обамки, от всех, в общем, от всей пятой колонны он тебя с днем рождения поздравляет.